Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодняшний влог я хочу начать прямо с утра. Я сейчас буду готовить завтрак моим детям. Девочки, им вообще у меня не спится ни на каникулах, никогда. Особенно у меня старший всегда встает в 7-8 утра до 8:30. Если поспит, то это, считайте, вообще праздник у нас. А младший у меня может и до 10 проспать. В общем, сейчас у нас 8:30, буду готовить завтрак. На завтрак мальчикам своим готовила сырники. Вот это у меня остывает, сейчас им отдам. И поставила тут еще жарится 4 штучки. Ну, как раз на завтрак хватит, даже еще останется. Вот нам с мальчиком. Они у меня обычно со сметаной едят, но сметаны нету сейчас. Закончилось у нас, в общем. Будут со сгущенкой, наверное, кушать сырники. И такие, я их, кстати, все время делаю большими. Мне так больше нравится. Что они большой берут и сразу его едят. Так что сейчас будем завтракать. Ну что, девочки, накормила всех завтраком, собак тоже, сейчас немножечко привела себя в порядок, и мы сейчас с мальчиками хотим пойти погулять на Финский залив. Сегодня погода, ну, такая хорошая, тепло, и вроде как солнышко периодически выглядывает, в общем, решили прогуляться мы с ними. А так, из последних новостей, скажем так, у нас продлены, точнее, как продлены каникулы, до 12 апреля у нас Лёва у меня, то есть школьники, да, они находятся на дистанционном обучении. Сегодня у нас будет, сегодня еще каникулы, как бы, по идее, но сегодня у нас будет такое пробное занятие там. Учительница зарегистрировала на каком-то сайте. В общем, сядем, посмотрим, надо будет разобраться в нем. А так, да, будут находиться на дистанционном обучении до 12 апреля. Пока что до 12 апреля. Там дальше будет видно. Насколько я поняла, что если все это пойдет на спад, да, вот этот вирус, то вернемся в школу. Если нет, то продлят аж до 30 апреля. Ну, по крайней мере, так говорят. Так что вот так вот. Вот. Ну, а младший у меня пока вот по заявлению неделю. Дальше я думаю, что я просто напишу, что мы пока карантин не будем ходить. Ну, не знаю, посмотрим, в общем, как будет. Будет видно, скажем так. Вот. А так, дистанционное обучение нам учительница уже написала. Оно будет также проходить, как обычные занятия. То есть в 9 часов начинаться по, я так поняла, по 40 минут. Плюс она еще, естественно, будет давать домашку. Вот, в чем мой сын не сомневался. Так что вот так вот у нас будет сейчас происходить. И, в общем, сейчас будем с мальчиками собираться и пойдем погуляем на Финский залив. Так, ну еще хочу вам быстренько показать свой заказ с Faberlic. Он у меня достаточно большой. Я заказала много бытовой химии. Во-первых, взяла основу вот эти таблетки для посудомоечных машин. Они, кстати, мне понравились. Не оставляют никакого налета. Действительно, вот, по крайней мере, если бокалы какие-то мыть, да, в посудомоечной машине, то они блестят. Хорошо все отмывает, не оставляет никакого налета. Очень, ну, мне понравились они. Вот взяла еще. Также я снова решила попробовать взять стиральный порошок. Я не знаю, все его хвалят, мне тогда он не особо понравился. Вот взяла какой-то другой в этот раз, концентрированный, вот такой, горная свежесть. Не знаю, попробую им тоже постирать. Ну и дальше тут у меня снова куча-куча бытовой химии. Я вам все артикулы оставлю внизу в инфобоксе. Во-первых, снова повторила вот это средство для чистки для ванной комнаты. Очень мне нравится, потому что не оставляет никакого налета, не оставляет вот этих разводов, капель и всего остального. Прям моя любимка. Постоянно его покупаю. Вот взяла себе еще один. Также взяла гель для стирки. Это деликатные ткани, шерсть-шелк. Я так понимаю, что поменялась немножечко упаковка, ну, точнее, этикетка. То есть это для особых тканей. Также кондиционер. Вот этот очень мне нравится. Но, опять же, я так понимаю, поменялась упаковка. Это для сохранения волокон и цвета. Вот в сочетании два вот этих можно стирать кашемир, ну, изделия с кашемиром, и не будет никаких ни катышек, ни садится, ничего не происходит. Но, соответственно, на деликатной стирке очень мне нравится, вот особенно вот этот кондиционер. Также взяла кондиционер с аромакапсулами, вот этот вот, многие его любят, мне он тоже нравится. И еще вот такой вот, два в одном, против неприятных запахов, легкая глажка, вот такой вот еще. Тоже, мне кажется, просто поменялась, наверное, упаковка, да. Так, три освежителя воздуха, аж целых три взяла, потому что очень нам они нравятся.
очень классные. Любят у меня ароматы этих освежителей дети. Им особенно нравятся какие-то фруктовые. Вот я взяла такую свежесть фруктов. Мне очень нравятся вот эти весенние цветочки. Очень такой легкий нежный аромат. И еще взяла вот такой. Я, по-моему, такой не брала. Мне так кажется ни разу. Тропический бриз. Очень такой свеженький аромат. Ну, классный. Также взяла жидкие мыло для рук. Тоже две штуки. Тоже очень нравится моим детям. Вот такой, что это у нас? Клюква земляника. Обалденно пахнут они просто. Я уже понюхала все. Это просто хочется съесть. И манго-папайя. Вот такие вот. А также взяла детям вот такой шампунь, гель для душа. Тоже им очень нравится. Нравится, как пахнет. Такой немножко дынькой, что ли, отдает, не знаю. Но очень тоже им нравится, с удовольствием моются. И также взяла мужу две вот такие губки для обуви. Тоже они ему, кстати, понравились. Я беру бесцветные, для всего подходят. Для коричневой, для черной обуви. В общем, они ему тоже понравились. Вот ему две штучки взяла. Еще взяла немножко косметики. Во-первых, снова повторила вот эту тушь. Спасибо огромное той девушке Ник, которую я, к сожалению, забыла, да, как ее зовут, которая мне посоветовала вот эту тушь от Faberlic. Она действительно классная, очень мне нравится, делает нереально классные, красивые ресницы. Прикольно, у нее не силиконовая обычная щеточка, я не буду сейчас открывать, потому что я сейчас пользуюсь другой тушью, она мне не высохла. Единственный ее минус, это то, что у нее плохо работает вот здесь вот дозатор, то есть когда вы обратно засовываете, немножко туши вот здесь вот выходит, но я готова ей простить все, потому что она делает классные ресницы. Сразу скажу, вот ее артикул 55,99. Заказывайте Faberlic, обязательно закажите себе эту тушь. Она нереально классная, не осыпается, не отпечатывается. Протестирована мной, я ее прям очень-очень советую. И также я решила попробовать, заказала вот такой лайнер. Тоже его сейчас открывать не буду, потому что у меня там заканчивается мой от Kiko, который мне нравится, но решила еще попробовать от Faberlic. Вот такой потом вам расскажу, как он мне понравился или нет. И вот такой оттеночный гель для бровей тоже решила взять. Тоже пока открывать не буду. Потом вам расскажу, как он мне понравился или нет. И еще себе я взяла уже с мыслью о том, что скоро лето. Вот такие вот штучки. Я думаю, что к лету разберут, поэтому я схватила. Гелевые полоски для ремешков и подушечки для обуви. Вот такие вот. Вот такие подушечки я как-то покупала. Я не помню, от какой марки, в аптеке. Но стоили они намного дороже. И действительно, вот если вам, допустим, сзади вот здесь вот натирает, вы наклеили и классно, можете носить туфельки, главное, чтобы они просто не слетали, не отклеивались от самой обуви, клеить их нужно на обувь, я так понимаю, да? Да, на обувь. И вот такие для ремешков тоже взяла, девочки, скоро лето, так что очень советую, заказывайте Faberlic, обязательно возьмите вот такие вещи, тоже вот на такие сандалики, чтобы ничего не натирало, и чтобы еще вот такие штучки хорошо, тоже я как-то покупала давно-давно, и хорошо использовать, когда, ну, чтобы ножка хорошо фиксировалась, если у вас там, допустим, не знаю, великоваты вам стали, да, вот эти вот ремешочки. Так что вот взяла, надо будет потом мне, наверное, еще себе взять. И осталась у меня одежда. Во-первых, мужу я взяла нижнее белье. Вот такое, оно ему понравилось. При стирке не полиняло, ничего с ним не случилось. Очень хорошее. Вот взяла еще черные, белые. Их не было в наличии размера мужа. А потом обязательно ему еще тоже беленькие возьму. А себе снова взяла вот эту маечку. Девочки, как мне нравятся эти майки. Они настолько приятные к телу. И дома, и спать. И вообще, они просто супер классные. Я хотела еще взять бордовую, но бордовой не было в наличии тоже моего размера. Были только белые, черные. Я что-то взяла себе только черную, но потом, может быть, еще как-нибудь возьму. Очень классный. И самое интересное, что это 100% вискоза. Я беру в размере S. Нужно брать размер в размер. Вот, видите, 100% вискоза. Они, вот эти вот швы обычно, ну, бывает, по крайней мере, из тех маек, которые я покупала, они вот так перекашиваются вот сюда, да, такого нет, просто идеально. Вот сколько стирала, как будто как новая выглядит маечка, не полиняла, не распустилась кружево, и здесь тоже ничего не полиняло. Очень советую, рекомендую, вообще супер классные майки, летом будет просто огонь.
И еще взяла немножко одежды. Ну как, у меня достаточно большой получился этот заказ для своих деток. Значит, младшему я взяла две пары вот таких шортиков. На старшего просто не было размера в наличии. Я бы ему взяла тоже с огромным удовольствием. Но думаю, пока есть, надо хотя бы младшему взять. Надо будет потом старшему мне взять. Так, это что тут? Это просто ниточка. Значит, вот такие серенькие и вот такие ярко-синие. Они действительно такие яркие. У нас были такие штанишки и зеленые шорты. Тоже очень нравилось моим деткам. Они классные, но достаточно такие плотненькие. То есть это не совсем на жару для меня лично. Но вот они у меня дома в таких бегают. Здесь по участку, скажем так. В общем, на лето взяла им две. Это здесь кармашки идут, тоже очень классные по качеству, мне очень нравятся. Идут тоже они размер в размер. И еще я им обоим взяла вот такие вот футболки. Они у меня все время сами выбирают все черное. Но я решила взять беленькие тоже на лето. Если будет жаркая погода, то беленькая футболочка будет актуальна. Вот на рост 122, вообще все вещи на рост 122, это я взяла младшему сыночку. Здесь идет вот такая вот, видите, как аппликация такая вокруг кармашка. Просто обычная белая базовая футболка с таким кармашком. И такую же футболочку я взяла своему старшему сыночку на рост 152. Но я смотрю, что, мне кажется, ему должно подойти. Вот я смотрю по длине и по ширине, я думаю, что ему подойдет. Тоже вот с такой вот окантовочкой вокруг. Ну, еще, конечно же, каталог, который, кстати, я очень люблю листать. Так что вот такой вот достаточно большой заказ у меня получился. Артикулы я, как всегда, оставлю вам внизу в инфобоксе. Так, пока мальчики у меня тут собираются, им то, как обычно, то в туалет, то еще куда-нибудь нужно, я замесила тесто. Вообще, с тестом я на «вы». Вот, сейчас нашла рецепт. Единственное, что мне кажется, оно у меня получилось слишком крутое тесто. Ну, не знаю, посмотрим. Сделала ровно все как по рецепту. И пока мы будем гулять, у меня оно, надеюсь, подымется. Сейчас я его в теплое место к батарее поставлю, чтобы оно поднялось у меня. А здесь у меня, кстати, вот моя микрозелень. Но в этот раз я сделала ошибку. Вот это свекла, девочки, вот она. И вот это брокколи. Ошибку я сделала вот какую. В прошлый раз вот в этот контейнер я сажала, получается, целую упаковку. А сейчас подумала, что ну целая упаковка как-то многовато. Вот, думаю, положу-ка я пол упаковки в один контейнер и пол в другой. Но видите, их очень мало получается. Некоторые, я смотрю, там даже не взошли почему-то. Здесь то же самое. В общем, не знаю. В этот раз не очень удачно у меня получилось. Но буду знать, что пол упаковки точно не стоит. То есть целую упаковку семян на вот такой, получается, вот такой небольшой контейнер. Пол упаковку надо. В общем, ладно, пойду поставлю тесто и будем уже одеваться, а то мы сейчас 3 часа будем только выходить. Здесь была травки покушала. Не прошло и полгода, мы вышли, да? Была травки покушала. Ага, не холодно? Нет. Сама так. А, нет. Берем подругу с собой, она решила с нами пойти, да? Подруга. Она же всегда ходит. Будет тихо. Да, но обычно она с мужем моим ходит. Тут решила с нами. Бум. Не ругайся. Сейчас мы ее прицепим. Не задуши только. Да? Ну ладно, мы пошли. У нас, правда, ветер сильный. Да? Бона, ну стой.
Ну все, идем мы домой уже, девочки. Что у нас по факту? Играли там в ручеек мальчишки, но старший провалился туда, естественно, ногой. Ноги мокрые. Это накупалась, да? Подруга дней моих суровых. В общем, идем быстренько домой, это ноги мокрые. Сейчас придем, пообедаем. Младший, наверное, будет спать, а то он уже глаза трет, а еще им песок в глаза попадал. В общем, кошмар. Вот, и подруга уже еле дышит, да? В общем, идем домой кушать. Так, у меня песина раньше, ну, боялась выходить, я уже говорила, как-то ее покусали. Ну, потом с мужем стала выходить, а сейчас вот с нами вышла. Правда, сейчас собаку встретили, так она прямо шуганулась. Аец. Вот, боится других собак. Да? Меня только надо снимать. Тебя снимать? Снимает мама. Мама, ты мой самокат. Как я самокат? Я Бону веду и самокат еще должна вести. Ладуня. Ну все, идем домой. Ну что, девочки, тесто мое, как ни странно, поднялось аж целых два раза. И мы тут с мальчишками. Они у меня тут просто полуголые. Я первый поясол. Да. А Лёша второй. А мама первая. Да, делают они мне тут булочки. Лёву не показываю, потому что Лёва голый. Да. В шортах в одних. Ну, мне так удобно посходить. А я в трусах и футболке. Да, вот. В общем, красота у нас сейчас будет, да? Одни сделали просто с сахарами, а вторые сейчас сделали, у меня тут чуть-чуть какао есть, да. Только я не буду с какао. Почему? О, потому что и сунчей штукой. Не будешь, да? Будешь только те. У нас, конечно, там такая красота. Ну ладно, мы старались, да? Я только один почему-то сделал. Мое. Вот так вот. Это мое. Да, это Владина. В общем, я буду все. Работаем. Поставили мы булочки. Вот теперь сидит ждун около духовки, представляете? Владик, ты булочки ждешь? Да. Скоро они приготовятся? Нет. Нет, еще не скоро. Еще 11 осталось. 11 минут? Ну, понятно. Вот стул поставил, девочка сидит перед духовкой. Телефон играет и попутно за булочками наблюдает. А песина моя ее накормила, тут так она то там поспит, то там поспит, что-то ей тяжело очень. Храпит. Ну что, девочки, вот такие вот булочки у нас получились. Это у нас без корицы, просто с сахаром. Это... Точнее, это с какао, а вот это просто с сахаром. Сейчас они остынут, и мы попробуем. Солнышко засвечивает, вот так вот они выглядят. Такие, ну будем пробовать, да? Да. Да. Я специально к тебе пришел, чтобы сказать да. Вот это у меня лепили мальчики. Такое что-то у нас непонятное получилось, но зато слепленное своими собственными руками. Точнее, руками моих деток. Такие на пули какие-то похожи. Вот. Видите, вот такие, ой, горячие. Вот, и вот эти вот уже я порезала, они просто сложили. Ну, не знаю, попробуем сейчас, как оно, тесто у меня получилось. Вот, но мне кажется, что-то все равно, что-то не так. Наверное, буду искать другой рецепт. У меня, кстати, в доме 4 килограмма муки. Вот, так что что, буду мучить эти 4 килограмма. Так что сейчас остынет, будем пробовать. Попробовали мы булочки. С лимончиком. Чай с лимончиком у нас еще. Очень вкусно. Вкусно, Лёва? Ага. Мы молодцы. Все постарались. Мальчики налепили. Мама тесто замесила. Ну, просто молодцы мы. Вот, так что... Не, получилось очень вкусно, но все равно, мне кажется... Может быть, я ждала просто, что это будет сдобное тесто. А это не сдобное тесто. Это вот такое обычное. Ну, здесь ни яйца, ничего нет. Вот. Знаешь, что получилось очень даже сейчас маленький. Можно уже кушать. А какие с сахаром? Вот эти просто с сахаром, эти с какао. Вот еще не помнишь?
Вот. Так что мы пьем чаечек мы. Булочка. Тебе нравится? Ну, а на ужин я сегодня буду жарю котлетки из домашнего фарша. Панировочных сухарях их обваливаю. Вот. И буду варить сейчас еще макарошки. Вот такой у нас ужин. Котлетки с макарошками вкусные. И, кстати, кто спрашивал, да, это у меня сковородка от марки Кукмара. Очень она мне нравится, девочки. Она просто обалденная. Вот эта вот сковородка летая. Единственное, что немножко у нее вот в этой области нагревается ручка, а так, видите, вот сколько я ее уже пользуюсь, уже, я не знаю, 3 месяца, наверное, ничего нигде у нее не обгорает, ни с каких сторон, хорошо отмывается, хорошо чистится, единственное, я ее не мою в посудомойке, вот тоже девушка меня спрашивала, посудомойки не мою, ну, потому что боюсь, что вот это покрытие испортится в посудомойке, поэтому мою ее только руками, вот, но очень нравится, классная сковородка. Ну что, девочки, на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте, кто не подписан, подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч.